Владивосток, 25 июля 2021 года, Нагорный парк. Время сейчас примерно 10 час начала.
турник, брусья стоят, тумбы специальные. Здесь чего-то делают. Стоянка, кажется, на 21 машину здесь рассчитана. Там вон синие кабинки туалетов. Две штуки. Кабинки. Местные жители занимаются хозяйством, поливают цветочки. Палатка с китайской кухней. Сегодня на улице не так душно, дует ветерок иногда. Сессия у людей там впереди. Магазинчики. Семейная фотосессия. Там дальше сцена такая, небольшой амфитеатр, в котором проходят, наверное, лекции, разные мероприятия. Вот. Впереди лестница, она ведет наверх. Дальше сейчас я пройду. Там установлены такие площадки, балкончики. Вот один, и там слева другой. Сейчас поднимусь выше. Вон там. За деревьями виднеется второй балкончик. Лестница наверх, там пока еще не доделано, но я подымусь туда сейчас.
бетонные дорожки на всей территории парка. И вот такой вот балкончик здесь. Там второй балкончик. Здесь вот лежит интересный камень. В нем просверлено отверстие. Вот такое вот. Лестница там вверх, там пока еще не сделано. Ничего. Вот так вот выглядит парк с этой точки. Ну, видно, конечно, не все из-за деревьев.